К сожалению, в Польше ты не добьешься справедливости, ты не сможешь там оспорить какое-то решение польской спецслужбы и победить. Это бесполезно. Вот в этом плане, да, я готов с этим согласиться. Но работающий человек, готовый к тому, чтобы работать, то в Польше полно рабочих мест. Если ты решил вот эту проблему с работой, со своим доходом, то плюсы, которые у тебя есть в Польше, они все-таки превышают очень много минусов, которые есть, допустим, в других странах Западной Европы. Хотелось бы узнать, какие впечатления о Польше и поляках у тебя сложилось. У меня очень хорошее впечатление о Польше, как о стране. Я часто сталкиваюсь с мнением здесь, что Польша это такая не до Европа, это типа еще не до заграница, там значит, из-за коммунистического прошлого еще все очень плохо, как-то люди не хотят, мол, там жить. Я с самого начала, как я только выехал из Польши, я всегда с этим мнением не соглашался. Мне кажется, что Польша одна из самых лучших стран в Европе для кавказца, чтобы жить. Я могу объяснить, почему я так считаю. То есть это не просто из каких-то там чувств, я так чувствую, а этому есть и рациональное объяснение. Но сначала пройдемся по доводам людей, которые против, да, Польши, которые не любят. Это, как правило, значит, первый аргумент. Там не любят мусульман. Значит, в Польше очень много нацистов. Нацистов не в плане там, поддерживающих рейх, а в плане таких радикальных польских националистов. Вот так. И третье. Там нет социальной вот этой подушки. Ну, то есть, как в европейских странах, когда беженца, допустим, его обеспечивают жильем, там дают эти деньги на пропитание. Вот это вот три основных момента, да. Ну и четвертое это то, с чем я, конечно, соглашусь. Это уже вопрос, касаемый власти. То есть, если у тебя проблемы с польской властью, здесь вообще у тебя нет никаких шансов. То есть это минус этой страны. И если у тебя, допустим, не сложились с ними отношения, как у меня, например, то, к сожалению, в Польше ты не добьешься справедливости, ты не сможешь там оспорить какое-то решение польской спецслужбы и победить. Это бесполезно. Вот в этом плане, да, я готов с этим согласиться. Но я хочу, не у всех же проблемы, да, как у меня, и ну, у большинства людей их нет. Поэтому для большинства людей Польша, я считаю, очень хорошая страна, потому что первый аргумент, что там не любят мусульман. Мы должны с вами понимать, что мусульман никто любить и не должен. Нет такого. А вы любите христиан, я вас прошу, мусульман? Вы что, любите? Или кого там? Или буддистов? Или атеистов? Здесь нет такого, что вас там любить никто не должен. Но есть ли там такое, что не любят мусульман, и поэтому там сейчас мусульман где-то на улицах будут вылавливать и что-то? Нет, ничего подобного. Никогда не сталкивался. Но при этом, там есть ли там какие-то радикальные националисты? Да, они есть везде. Как и везде, там они тоже есть. И есть ли какие-то кейсы, где, например, там на девушку в хиджабе, допустим, что-то там на нее напали или что-то сделали? Да, такие кейсы там найдутся. Но они есть везде, в любой стране они есть. Поэтому в конечном итоге все приходит к третьему вот этому пункту претензий к Польше. Это то, что там нет вот этой вот социальной подушки. Тебе не предоставят там жилье, например, как это делают в Германии. Или той же там, я не знаю, Бельгии, Франции, по-моему, тоже дают в Швеции. Это правда. Но если ты работающий человек, готовый к тому, чтобы работать, то в Польше полно рабочих мест. Если ты решил вот эту проблему с работой, со своим доходом,
то плюсы, которые у тебя есть в Польше, они все-таки превышают очень много минусов, которые есть, допустим, в других странах Западной Европы. И из очевидных таких плюсов я могу сказать, может, это даже покажется как-то странно, но все-таки то, что поляки сопротивляются принятию мигрантов, беженцев, это делает эту страну более комфортной для того небольшого количества беженцев, мигрантов, которые там находятся. Да, это, наверное, какой-то парадокс, но это действительно так происходит, потому что те страны, где много беженцев, в этих странах, наоборот, в целом люди начинают плохо относиться, это дает обратную реакцию, то есть начинают принимать законы антимигрантские, начинается вот это всяческое закручивание гаек для, понимаете, вот это все происходит здесь, потому что много очень мигрантов, а там их мало, поэтому до них особо дела нет, и они, наоборот, как-то комфортно живут. Плюс очень много вопросов покупки машины, допустим, ее оформления, там, использование российских прав, которые в большинстве у нас бывают. Коммуникация, язык все равно легче усвоить. То есть вот эти вот все моменты, это огромные плюсы. Здесь, то есть там изначально у этого беженца очень много как бы прав, он может свободно купить машину на себя и оформить, причем это оформление, это не какой-то процесс там государственный, просто написал куплю-продажу, все, эта машина твоя, езди на здоровье. Права используй сколько хочешь, получил вид на жительство, поменяй. То есть вот эти вот все моменты, они там очень упрощены. Ну и автобаны польские хорошие. В общем, и самое важное, цены. Цены на продукты, на аренду жилья. То есть, в целом, уровень жизни, он там другой. Здесь все гораздо дороже в странах Запада, Западной Европы. Все гораздо дороже, продукты дороже, все это дороже. Поэтому жить в Польше, для тебя это боль, ну, для тебя это легче. Особенно, если у тебя, допустим, есть родственники в Западной Европе, и если они будут помогать человеку, живущему в Польше, то он будет себя чувствовать комфортно. И про Польшу забыл еще один момент упомянуть. Благодаря тому, что в целом население, в свой менталитет этого населения во многих вопросах воспитания там, детей, в вопросах соблюдения своей религии, из-за того, что они являются более консервативными, это ближе для нас в плане воспитание детей, проживание в этой стране. Понимаете, о чем я? Те, кто живут здесь, они очень хорошо понимают, о чем я говорю, в странах Западной Европы. Поэтому я считаю, что для людей семейных Польша, наряду еще с несколькими странами Европы, как Бельгия, например, эти страны являются наиболее привлекательными для жизни именно семейных людей. Да, там будут какие-то социальные выплаты, не дадут тебе там жилье и так далее, но зато дадут возможность работать, разрешение на работу, пожалуйста, работай. Например, в Германии получить разрешение на работу — это огромная проблема. Мой брат до сих пор не имеет этого разрешения на работу, уже сколько лет живет, уже свободно говорит на немецком языке, но нет разрешения, не дают разрешения на работу. В Польше в большинстве своем дают это разрешение, сразу практически дают, если хочешь работать, работай. И вот это вот, то, что они такие убежденные католики, это же, за этим же есть определенные последствия, то есть они соблюдающие, понимаете, а соблюдающие свою религию люди, они по-любому бывают более консервативными. А консерватизм, он в плане воспитание детей, там очень многих вопросов, связанных с нетрадиционными всякими движениями, он для нас ближе, то есть по убеждениям, понимаете? И поэтому нам
по этой теме эта страна для нас бывает более комфортной. Ну и плюс вы знаете, что это была большая фит на вопросах этого мяса, халяльности, так как Польша является страной католической, и большинство населения в этой стране придерживаются своей религии, соблюдают ее. Поэтому в этой стране я свободно ел в ресторанах, покупал мясо в обычных магазинах. Поэтому для меня она в этом плане тоже была, конечно, гораздо удобнее. Мне не нужно было искать там халяльное мясо. Для меня любое, то есть любое мясо в Польше, ну, кроме свинины, разумеется, я его воспринимал как халяльное. Поэтому в этом плане она тоже для меня была комфортной. Но здесь, в этом вопросе, это все-таки вопрос фикха, в котором многие придерживаются иных взглядов, поэтому даже большинство, наверное, придерживается иных взглядов. Поэтому здесь это не для всех, конечно, будет такой плюс, но это я сейчас уже чисто о себе сказал. Аноним, ассаляму алейкум, Тумсо. Как насчет Венгрии? Слышал, что они тоже в целом довольно консервативные и даже законы против ЛГБТ пропаганды имеют. Уалейкум ассалям. Ну, в этой стране я вообще не знаю ни одного человека с Кавказа, там, чеченца, чтобы в этой стране он получил... Вообще, чтобы жил в этой стране. Вот я не знаю ни одного такого кейса. О получении там убежища я вообще не говорю. Поэтому, насколько я понимаю, там либо они, в принципе, не принимают, либо наши пути как-то через Венгрию не проходили. Я не знаю, но как-то нету у меня, в общем, знания никакого об этой стране.